меня во рту ничего нету. Что мне может быть во рту? Как мне может быть что-то во рту, если я разговариваю? Фиссура есть, отлично. Fuck you. Горчок нужен, победа. Ну почти, почти. Это еще не победа, конечно, почти. Оставляют шансы. Кстати говоря, насчет Вова, я вчера прочитал все о новом дополнении. Я прочитал вчера все о вообще изменениях. Прочитал все о Энхромане. Прочитал, блять, всю новую информацию. Пацаны, я с ноги врываюсь, вас держу в курсе. Теперь осталось еще привыкнуть к игре. Ну, в принципе, можно аннигилировать уже будет. Статик искать. Блять, знаешь, реально в какую. Блять, надо ради рофла реально в какую-нибудь гильдию написать заявку. Прям на стриме. Это заебал уже, да? Я не могу убить эту мишку, он сейчас его заанигилирует, пиздец. Вот вы прикиньте, насколько против конта тяжело играть, что мне придется сейчас мишку убивать, типа. Придется вулканом убивать, но я не буду этого делать. Что-то глупо всегда. Я делаю тотем прилива маны, на следующий раз просто сделаю ментального и буду как-то ментальным что-то пытаться ворвать его куб. Вне стрима писать. Скажи, хуесос, блять, на друиде, на хантере, хуесос. Ёбаный. Чат, забираю куба. Забираю куб. Тати, ну, надо, чтобы он куб не скрыл просто. Это было близко. Я и незнание тактики, блять, знаете, реально, называть меня... И незнание тактики на каких-то боссах, это... Это то же самое, что... Верить, что Саня знает алфавит. Блять, что я сказал? Хуйню какую-то сказал, на самом деле. Забираю еще таун. Забираю еще таун. Трихард. Блять. Ну ладно, нормально тоже, по-моему. По-моему, так тоже заебись. По крайней мере, живем. Даже, наверное... Так вот сделаем. Хотя золо можно было бы вернуть. Да, золо можно было вернуть, это микромисплей. Нано-мисплей, БТВ. БТВ of Kanyway. БТВ of Kanyway, нано-мисплей. Блять, нано-мисплей! Сюда, блядь, карты. Сюда, блядь, карты. Сюда, карты, блядь, хантишка. Ну, я техниками наворовал у него 4 мишки, как минимум. Сервер РФ. На самом деле, вот просто читаю чат. Блядь, я не могу на стриме показать. Просто читаю сообщение. На деле многие топ ги ищут сейчас народ. Ги. Многие топ ги. Блять, просто тошнит, пиздец. Сука, многие топ ги. Вы же Вартл смотрели, почему сейчас не посмотреть? Да блять, мне лично без разницы, реально. Увижу я карты за неделю раньше до выхода обновления или нет, я все равно буду играть со всеми одновременно, как и вы, правильно? Вы все равно раньше не сможете ими поиграть, ну... И все равно анализировать их особо нет смысла, потому что обычно весь анализ карт, который выходит... Ну, анализ перед патчем, это обычно проверка на практике, вот и все. Серьезно. Топ-колоды после каждого патча появляются после, блядь, полтора месяца, после двух месяцев, после выхода. Потому что это нужно тестить на практике. Только там. Больше нигде. Поэтому бесполезная трата времени. Вулкан, кстати говоря, вулкан это очень круто. Вулкан это самая нужная карта. Когда ХГГ... А сегодня что за день недели? Сегодня что за день недели?
А? Понедельник. А, ну тогда в среду, через два дня. Через два дня играем. Это ты, папич, в окно камнями кидал. Ну да, я, и что? И что? Да, я. Это я. Извините. Не хотел. Это я вчера в Венецию ездил, типа. Попич. Знаешь, Попича? Вот он самый. Бзз, или хранитель уродов. Наверное, я хочу засадить лидеку и иметь два заморозчика, нежели сейчас отхилиться, потому что отхилиться я всегда успею. Будешь следить за ПГЛ по PUBG, Нави нагибать? Там, по-моему, Авангар и Нави играют. Ну, посмотрю, типа, турик прикольный. Да-да, я. Да-да, я, войдите. Кто там? Это я. Это я, тук-тук. А что, не я, что ли? Тихо, шифером шуршаешь, как крыша не спеша. Вот реально, реально, сколько можно пиздеть? Не знаю. Вот сколько, сколько можно пиздеть просто безостановочно? Это я! Да-да, я! Как меня заебал, если спокойно. Как просто можно столько пиздеть? Не знаю. Надо нахуй на радио было идти. Ты слышал на радио тут отправляют привет? Да слышал, слышал. Слышал, блядь, никто уже ждал вообще. Там на самом деле уже все прошаренные скипают, блин. Падлы, ну падлы. Да-да, прошаренные. А, втянул. Зацени видос Император Сильвернейм против Магистра Папича. Мы смотрели уже год назад. Нормальная тема. Реально, вот сколько можно болтать, блядь? Я просто не понимаю, как у меня получается. Я это делаю, потому что могу. Вот так вот. Да, это я. Хуя. Да, это я. Fuck you. Так. 5, 7, 8. One-off с Лероем Колбладом. Правильно, все тогда заебись. Мы делаем сейчас так. Мы делаем Грамбла. Даже если он сюда дает цветок. Мы делаем заморозку хил, копию заморозки, еще одну заморозку, а дальше у нас хуесос. Да иди нахуй, топ-декнул единичку. Падла, блять, вонючая, реально. Сука, ну реально патра. Патра, блять. Ну что мне делать? Вулкан нужен, дай вулкан. 5, 6, 9, 12. А не хватает. Сука. Всю нахуй тебе сейчас заморожу, Петрович. Сколько у меня морозильников было? Раз морозильник, два морозильник, три морозильник, четыре морозильника было, да? Это хуйня все равно. Я думаю, что надо дальнее зрение делать, честно, а не Дрожжеглот. Дрожжеглот не выиграет эту игру. Чтобы Дрожжеглот выиграл, надо, чтобы он заморозил все четыре существа. Если отсюда ничего не найду, ГГ. Меня спасает Хагата, Молния, Вулкан. Т6 разве что. Разве что 6-6 спасает. Блять! 4 вов. Колбат убивает, Леро убивает, Фунгл Мастер убивает. Я думаю, что надо ставить Дрожжеглота, комара не трейдить в 3-4, потому что у меня было 4 заморозки, правильно? Ой, блядь, сложно. А? Знаете, давно так напрямки ставить рейтинг аккаунт. Надо ставить некий лисет, а надо пытаться ролять таун, потому что тогда Лерой Колбат. А, подожди, тогда Лерой SC7 меня не убивал бы. Это супер маловероятно, конечно, но... Килисет в любом случае уже погоды не сделает. Ебануться игра.
Poggers Place. Если бы я тогда поставил разжигот, я проиграл бы игру, вот и все, что могу сказать. Но у меня, опять же, у меня было куча аутов. У меня было аут, это, ну, один, понятно, у нас на стриме. Можно было сделать топ-дек Грозы, можно было топ-дек Хагаты, можно было топ-дек Вулкана, можно было сделать топ-дек МС Теха, при этом МС Тех имел шанс забрать 6-6, и тогда... Ну, блядь, все, короче, вкладывалось в тому, что у него не было героя, я выиграл, вот и вся история. Ну, просто красиво сделано, согласитесь, просто такое все массивное. Просто реально цитадель. Вот реально, сука, цитадель. Бля, тут перчики меня ждут или что? Где суперчики? Сейчас за камнем пойду. Я помню, сюда еще водил. Я помню, сюда водил на трэш, короче. Тут эпики падали. Трэша. В итоге ходил эпики фармить. Круто реально. Пиздец, тут реально трэш тогда фармили. Реально круто было. Блять, ёбаные сука коконы, отвернитесь. Ой, блять, павуки ебаные. Вайп на трэше, а тут часто вайпались, потому что нагревали хуево тучу мобов. В итоге реально умирали часто. Да вы заебали реально. Fuck you. Я, кстати, слышишь, я, по-моему, лича не убью реально. Просто потому что... слишком слабый шмот. Там я реально не пройду сейчас еще и... Лакасова, блядь. В голос. Что-то реально в голос, чат. Он, я реально не пройду. С первого раза не могу убить, то я, наверное, вообще не пройду. Я на соло пошел. Ужасное мучение. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он в курсе. В школе расскажи, долбоёб. В школе расскажи, долбоёб. Ладно, немножко. Чему настакую до ваншота? Слушайте, я реально по соло не пройду. Я, наверное, игрался. Бля, ты мне сейчас ранит. Возможно ли это? Сила света не ведает преград, Сауфан. Его душа безмерна. Ну я попробую. Либо соло пройду, либо нет. Плюс 30, пиздец. Мы должны спасти его. Если мы спасем. Вот эта леди, сука, потому, сложная всегда была. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Нам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Трон, готовьте молот Аргрима к последнему полету. Герои! Мы попробуем подлететь к стене цитадели. Посмотрите на свои поста. Руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Блять, какая нахуй пиратка? Вы заебали про пиратку писать, все серьезно? Никогда на пиратке не играл. Станьте с пираткой. Чем раньше Англия жестоко пошутили над вами, тем скорее выберете иной путь.
Мне нужно... Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Пиздец, еще у меня трэш захуярят. Трэша всегда было куча. Хотя не помню, он шел после второй фазы или нет. Да еще убиваешь. Вот шаман. Go Desperum. Мне интересно, сейчас упадет интересно этот воля. Упадет ли мне воля смертоносного героя, реально интересно. А блутаст, я не знаю, у меня еще кнопки не расставлены на все эти спылы. Вы видите, что это там вдалеке? Fuck you. Fuck you. 1-2-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 1-2
Бедно. Уничтожить их. Быстро. Реально быстро. Бля, монетка для танков. Ёбнутая. Облик духа совы. Почему я не могу из него выйти? Тут сова. Зови Манурина. Так я еще не докачался, блять. Я докачаюсь, выучу все, и потом уже буду там. Сезон закончу в Хейсе, съезжу на комментирование, потом в новую патч буду летать. Сегодня я исполню обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля меча. Fuck you. Проходит розыгрыш мультиварки. Просьба всем желающим к театру розыгрышу собака Сильвер нами пройти туда. Fuck you. Блять, не сбил, пиздец, я даун. Да, не сбил, блять, хуесос, блять, на роге не сбил. Из этого вапались, это отлично. Ладно, циферки кручу, циферки кручу. Будет воля, нет? Хуй там. Клинок отравленной хуйни. А воли-то нету! Такой срач был за волю. Сейчас будет сейчас покажу вам самого любимого моего босса. Серьезно. Вот самый любимый босс — это Гниломорт и Тухлопус. Это самые два любимых просто. А потом еще этот дурик. Мы похороним тебя, как подобает, в награде. А потом этот дурик еще, как его звали, блядь. Как этого доктора звали? Забыл. Хейси, мерзоцит. Вот
Пац! Собираешь на костей. Тут сейчас я не знаю, кстати говоря, сейчас слушайте. Тут собака будет, одна из собак, как она называлась. Сейчас посмотрим, как называется. С нее еще гербовая накидка падала, вот с этой прелесть. И она тоже на варе была. Редкая очень, зеленая. Падает она сейчас, интересно, или нет? Такая розовенькая была. Классная. Ну, гербовая хуйня. Гербовая называется. Так, Гниломорд, блядь, Гниломорд! Сука. Гиломорд самый охуенный, блядь, босс просто. Уии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 ii Ух, блядь, гниломорды. Чисто на 8-й ход ставишь. Легендарки вылезаешь. Тут самые. Гниломорды, блядь, кригазм. Отличные новости, народ! Отличные новости, народ! А, блядь, что там за хуесос стреляет? Заебал уже, реально. Падла. Блядь, опять вот не контент. Как и заебался. За всем не уследит и резиденс Льёпер. Резиденс Льёпер, чё уже забросил. Тут циклы резиденс Льёпер. Или скорее подрублю. Да я скорее когда-нибудь подрублю это, тоже как бы, ну. Я просто переиграл его в последнее время. Поэтому как бы меньше стал стримить его. Подрубал неделю. Да и в хейсе просто хуярился. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Слизь снова потекла, блядь! Fuck you! Блять. Найс проки, сука. Уёбище, блять. Уёбище, найс проки! Блять, умри уже, пиздец. Вон, ладно, на плечики. Кстати, тренька для этих, для кастеров топовая была. Гули. Исследователь чумы. Исследователь чумы, знаете, это за три маны уроги, 2-3, которые яд навешивает. Вот они, перчик. Жирная падла. Тухлопус. Сейчас получите! Fuck you! Ужасные новости, народ! Гниломорд сдох! Но есть отличные новости. Да, блядь. Он оставил море слизи, хоть плыни по ней в круизы. Ого, да я... Блядь, что-то такое, не помню таких фраз. Блядь, что-то хуйня. Блять, они сейчас захуярят он там от этих, по-моему, от этих сфер, как они? От этих хуевин оранжевых, он помбафает, если не ошибаюсь. Обычно на этом боссе цифры крутили, это еще спор. Кстати, у меня щит, я понял, что мне делать, я щит забыл кинуть. Шит! Я думаю, что у меня, блядь, микроротация не работает. Это щита не было. Да, Боря, как кто напомнил-то? Ладно, нормально все. Папича убьем, мы зашлем в скобочках после Вова. Древнейший саранит. Бать, две пушки упало, вау. Вау!
Мерзоцит это самый один из самых конченых боссов был. Сука, падлы, которые не умели слизняков кайтить. Кстати, я не знаю, мне тоже получается, надо сейчас кайтить слизняков будет. Пиздец, тяжело. Самый один из самых сложных боссов. Пизда. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот. Покчам, блядь, красава, реально. Лучше. Может случиться что-то любопытное. Мне нужно подойти. Лучше слизняки, блядь. Хуйня ебаная. Да-да-да-да-да. Блядь, похуй так уебался. Бля, чисто до второй фазы мы убить его забавно. Раньше бы такой дэмэдж. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? А потом у него, по-моему, третья фаза, он таким супер здоровым становится. Тебе, блядь. Фаза изнука в одной комнате. Может получиться что-то любопытное. Блять, умри уже, урод. Умри, урод! Все, слизней заруинил, типа, лайк должен быть, по идее. А, вот он здоровый, лай. Да, слизняки сейчас уебут меня. Новости, народ. Похоже, у меня... Врываюсь! Блять, все равно надо зачистить трэш. Это разрываю. Королева Лавантель за сколько она там? 5 мана, 1-6. Лавантель классный тоже босс был. Пьяный. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Кто бустер плюс чат? Наксанар был досад. А, кстати, Валанар Келисет. Вот, если что, Келисет этот ебучий, блядь. Ебучая падла. Ебучая падла на Келисете. Вон она стоит слева. Заметили его, нет? Падла, блядь. Ей как-то разводить нужно было, но мне кажется, вообще так похуй. Легендарки, блядь. Падлы, ебаные, не кричайте. Сет на второй. Сука, падла. Прольется. Откуда эта фраза? Я что-то забыл. Это... Здесь озвучка классная, конечно. Уверенно. Бучи Келисета, Валанары. Дядя Го, потом большую ваншот пойти соберешь в дреннорские рейды. Ну, кстати говоря, в Дренале, по-моему, только первый рейд проходил. Не ошибаюсь, в актуале. Он уже не играл как раз. Ну, можно, если кто-то завагонит, в принципе, я не против. Чисто ради ачивок и просто посмотреть, что там было. Я бы, на самом деле, даже в Легион сходил бы, но я думаю, что в Легион никто не пойдет, там будет. Да. Ну, было бы интересно, наверное. Мне нужно подойти поближе. Это было неразумное решение. Fuck you. Она, по-моему, кого-то кусала и потом дэмэдж возрастал два раза, нет? Блэйд. Я была одна.
Да, знаешь, что забыл? Надо полный вен настроить на 1.2.4. Нужно сделать. Слишком маленькие иконки, я не вижу, кстати. Да, вот эта хуйня. Бля, Биггер пришел, сука, Альянс. Альянс в чате. Если РДА придаст идеалы чести, это хорош. Точка, 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 точка. Мы смешиваем. Бля, дядя, расскажешь в школе, блядь. В школе расскажешь, как Альянс сметет кого-то там. Альянс только сметет, блядь, пыль с полок. Так, где-то тут должна дырка появиться, и можно будет прыгать вниз, нет? А, вот тут, по-моему, должна открыться дырка. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Биггер, в школе расскажешь, блядь! Ауч! Так, что там осталось? Осталось, блядь, это... Сонная хуйня, Синдрагоса и Лич. И Бабич, и в попич! Сейчас Синдрагоса это типа это... Синдрагоса это Вика... Fuck you! Чемпион качалки здесь я, сори, дома. Бля, как мне выхилить? Слышите, я здесь не смогу хилить, пиздец. Чужаки ворвались. Блять, а как мне выхилить-то, ебаная хуйня? Мне ж маны нету. Бать, на энке сейчас бы отхилить эту валиру. Охуенный контент! Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Можно скипнуть? Серьезно, можно было скипнуть? Ну похуй, что отхилю сейчас, anyway. По фасту. У меня, по-моему, от ударов даже как-то манов восполняться двойки, но не точно. За померки какие-то. Мне нужно больше маны. Мне надо бинтами хилить, слышите? Точно. У меня мало нет. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Сами ты в порядке? Скажи, новая короткометражка вышла. А ну-ка, воина добра, поднажмем. Поднять щиты за Альянс, Ордососа. Если вдруг ты стал ордынцем, станет домом твой зверинец Ордососа. Орда никогда не победит Альянс. Орда всего лишь пыль под ногами воинов света. В атаку. Бля, эти лозунги все будут не сейчас. Потом, как патч выйдет, будете лозунги кидать, блядь. Паджик. Я излечилась. Изи клап. Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. А вали 3 в хейсе, по мне, туда вали 3 в хейсе нету. Изера есть. Можешь прыгнуть, а хуй знает. Я могу прыгнуть, типа резнуться, пиху вообще. Я думаю, что меня CS4 не засейвит. Блядь! Жив, пацаны. Можем провагонить тебя, ЦАП или Гонза Голд или Реал, если желаешь, пиши. Ну так, пацаны, кто провозит за Голд или Реал? Чисто паровоз, блядь. Блядь, ну что они не прилетают? Они должны прилететь, их никак не надо убивать. А, вот. Сейчас Синдрагоса будет за 8 маны. Подерс-модерс. Зачем вы сюда явились?
Ледяные ветра Нордспола унесут ваши души. Да, пиратка, рассказывай. Ты в школе расскажете, блядь, про пиратку. Заебали с пираткой меня уже, слышите? Здесь, блядь, можно 100 раз шинуть, кстати, что это пиратка? Блядь, непонятно, что это не пиратка. А теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь в отчаяние. Блять. Да, я сейчас как хер там придет. Падла, блядь. Ну, падла, блядь. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Наконец-то! Свободно! А, вот это да, оплот, блядь. Отчет оплот в данный момент ни одно здание не выполняется. Сейчас меня папич с платформы вылетит, выкинет, я мру. Сейчас папич меня выкинет реально с платформы. Будет забавно. Ну что, готовы? Готовы узреть величайшего? Если непобедимый падает, переходишь за Альянс. Блять, если бы не упал бы вчера пепел бы... Нет, даже за пепел не пошел бы за Альянс. Не-н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 е. Пацаны, контент пошел, контент! Погерс или не погерс? Погерс. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне 120 лямов должно быть, 40 лямов. Ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордрин. Мы даруем да, тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Бокчан. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить. Я так не помню, блядь, реально, на какой фазе тут улетать надо будет с этого. Улетать с платформы. Оп, третья фаза. Короче, там какие-то сферки надо убивать, они откидываются, не ошибаюсь. Да, блядь! Иди нахуй просто. Бля, сейчас буду вайпаться на папиче, охуенно. Вот такие же дауны с платформы улетали раньше. Вот такие же дауны с платформы раньше улетали и руинили. Я не помню, реально, там какая-то сферка должна появляться, и она откидывает. Реально не помню. Подсказывайте. Я помню точно, что вот тут вот все это обваливается, здесь такие сверки, их убивали. Если к ним подходишь, они отталкивали. Да, разве сейчас не так? Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молиться. Блять, к трону встать. Но я не буду
А это работает тут, я хуй знаю. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Спасибо. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. В школе расскажи, блять! Да-да-да-да-да! Блять, слышите, идите нахуй реально с этими лужами. Пиздец, еще, блять, вайпаться еще сейчас тут буду из этой хуйни. Блять, ебаные лужи. Да-да-да, скажите. Расскажите в школе, блять! Я реально не понимаю, что отталкивает. Я точно помню, что сверки отталкивали. Мне что... По луже отталкивает или что, или он что-то взрывает? Я серьезно не знаю, блядь. Доказательством моей безграничной мощи. Блядь, фокусить, что он кастует, я что? Да будет так! Рейдер 228, пока чилим. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Я буду кайтить просто после его блаков. Пустить, чтобы величайший служитель света. Пропустим рождение. По идее, сейчас надо начинать кайтить, правильно? Да-да, блядь, расскажи в школе, блядь, про ловушку свою ебаную. Призыв шакалов. Призыв школьников, призыв сабов, капа. Блядь, умру сейчас нахуй! Где? Коля, расскажи про ловушки. Хуй эти дестаки дамажат, блядь. Ну охуенные стаки, блядь. Их надо, блядь, куржить, пиздец. Штару, блядь, про 2017. Да будет так! Герои в атаку! Я не могу атаковать эту цель. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший. Ой, блядь. Служитель света. Ой, боже. Рождение моего мира. Долой шуток, заебало. Реально, долой шуток. Вон Камега. Долой шуток, Петрович, блядь, заебал. Я проворожу вас насквозь, и вы разлетитесь. Да-да-да-да-да. Вот сейчас должны какие-то сверки, по-моему, появляться, которые отталкивали, правильно? В школе расскажу про эти сверки, если что. Как, блядь, эту сверку мне убить, пиздец? А, она... Слава, я понял. Валькира,
Да, да, иди нахуй, блядь! Иди нахуй, пиздец. Эти валькиры, по-моему, утаскивают, типа, если не ошибаюсь. Как их заэвейдить, блядь? Они, типа, утаскивают, а я, по-моему, бить тоже могу, если не ошибаюсь. Если не ошибаюсь, смогу и убить. Да-да-да. Это, кстати, дефайл, если чё. Я, кстати, умираю, блядь. Блядь, я не пройду один, нахуй. Мне не хватает дэмэджа. Ой, боже. Я не пройду один. 186-го рана упал конь, пиздец. Пиздец. Жалко тебя, Петрович, реально. Коля, расскажи про ловушку, бля, надо было рем оставить просто на другую фазу, вот и все. Я только что хуйню сделал. Ты же в курсе, только что хуйню сделал. Чат. Я так что себе заруинил трай. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бля, ну короче, кого-то заинвайтить. Я не могу атаковать. Да будет так! Герои! Атаку! Я не могу атаковать. Нахуй на мастер лут реально убрали. Я думал, они только после патча уберут. Чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель. Ну вот так он и должен отъезжать, видите, типа, о чем я вам говорил. Я тут, блядь, страдаю. Вот так он и должен отлетать за несколько секунд, блядь, а я тут мучаюсь, все, пиздец. Я, блядь, на этой... на 102-м мучаюсь. Так любой босс мне в туале должен отъезжать, ну. Сгорели в пламени вашей ярости. Это слишком далеко. Что движет вами? Я слишком далеко. Праведность. Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их. И превращать воинов в плети. Монкес. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Рачели намучился. Азерот падет от их рук. И ты станешь Роваран первой жертвой. Мне по душе. Охуенный контент, конечно, был топовый. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Да, там мультик классный будет, я помню. В героике он, по-моему, только. Сейчас увидите, ну, короче, не буду спойлерить. На нахуй. Ноль помощи! Заберет больше ни одной жизни! Да-да, блядь, я в школе расскажу, что упал когда-то смертом, блядь, хуесос этот. Сейчас будет покчам контент. Спойлерить не буду. Отец, все.
позади? Теперь да. Короли не правят вечно, сын мой. Мой взор застилает тьма. Теперь, когда плеть лишилась своего короля, она станет еще опаснее. Ей нужен правитель. Всегда должен быть король Лич. МКС. Ибо никто другой. Тио! Брат мой, в твоих руках суровый рок. Да. Но это не твоя судьба. Болвар! За 5 маль на 1-6 бабля. Во имя всего святого. Пламя драконов определило мою судьбу. Мир живых уже не для меня. Возложи корону на мою голову, Тирион. Отныне я стану стражем проклятых. Нет, мой друг, не могу. Давай же, Тирион. И тебя, и этих храбрых героев ждет иная судьба. А эту последнюю жертву принесу я. Забудут, брат. Обо мне нужно забыть, Тирион. Если миру суждено освободиться от власти страха, никто не должен узнать, что произошло здесь сегодня. Уходи и не возвращайся никогда. До сих пор, блядь, мурашки от роликов этих. Жесть, конечно, контент охуенный раньше был. Ну, блядь, где, сука, этот непобедимый хуимый урод, блядь? Невер. Что там еще, Анзу?